В настоящее время в рамках уголовного дела ведется работа по сбору доказательств его преступной деятельности, а также проводится работа по установлению всех граждан, которые пострадали от его действий. Поэтому я прошу всех, кто узнал указанного гражданина и пострадал от его действий, позвонить по телефонам 79 11 72, либо 79 08 40 или по телефону 02.